Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили состояние детской игровой площадки у домов номер 16 и 8 на бульваре маршала Крылова в Одинцово. Инспекция прошла в рамках проекта «Городская среда» и подведения предварительных итогов реализации программы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполняются наказы народной программы и губернаторские инициативы. В первую очередь обращали внимание на безопасность конструкций. По итогам мониторинга зафиксировали, что все элементы отремонтированы, уборка производится регулярно. «Взяли данную территорию на депутатский контроль», рассказала председатель окружного совета депутатов, член партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова.